Мы работаем с фотографией каждый день, поэтому можем поделиться с вами эксклюзивными практическими навыками в области фотографии и ретуши. Меня зовут Алина. Я работаю ретушером в студии фотографии «Твоя история» и веду курс Photoshop для начинающих в фотошколе Make Moments. С помощью программы Photoshop можно практически из любой фотографии сделать настоящую конфетку. Сейчас я вам покажу несколько крутых приемов, которые вы можете использовать сами. Первый прием – это воспользоваться в фильтре пластика заморозкой, которая позволяет вам замаскировать определенные области, которые при деформации не будут искажаться. Мы заходим в фильтр пластика и выбираем инструмент заморозка. Если я хочу добавить объем волосам, то мне нужно замаскировать область лица, которая останется неизменной при последующей деформации. Затем я беру инструмент деформация и кистью аккуратненько подвигаю волосы. При этом область лба у меня не изменилась. Затем с помощью инструмента разморозить я стираю маску и получается вот такой результат. Это до, это после. И следующий полезный прием – это прорисовка цветов и теней через средний серый слой. Один из моих любимых способов ретуширования фотографии в стиле фэшн. Он позволяет вам нарисовать объем и рельеф даже там, где его нет. Для этого нам нужно создать сам серый слой. Мы создаем сначала прозрачный слой, затем заливаем его среднесерым. С помощью клавиш Shift F5 нужно выбрать здесь использовать 50% серого. Ставим его в режим наложения перекрытия overlay. И дальше берем кисточку. Обратите внимание, что основные цвета на вашей палитре должны быть черный и белый. Дальше вам понадобится ваша фантазия и какие-либо художественные навыки, какие у вас есть. Нужно просто черной кисточкой притемнять участки, например, да, скулы, лоб, носик можно сделать более рельефным. И если вы поменяете на белый цвет, то вы наоборот будете осветлять. Вот с помощью осветления и затемнения можно также прорисовать и нарисовать макияж, если он недостаточный или его вообще нет. И лицо модели у вас будет более рельефным. Это до, это после. Я желаю вам удачи в ваших начинаниях. Photoshop – это мощнейший инструмент в творчестве, который вы можете использовать в самых разных ваших начинаниях и достижениях.